Ай, Москва! Какой город, а? Улицы широкие, дома высокие. Смотри, что делится, а? Сакли на сакли, сакли на сакли. 25 сакли. Как туда попал? Хорошо. Очень хорошо. Одно только мне не очень понравилось. Автоматов много разнообразных понаставили, человеку трудно пройти. Захожу в метро, красивый, мириамерный, у входа автомат стоит. 5 копеек бросаю, иду, и вдруг этот шайтан мне с двух сторон как даст. Неудобно сказать, куда. Я говорю, товарищ контролер, у тебя автомат испорчен. Бьет людей, куда не полагается. Она говорит, знаю я вас, небось, задарма проскочить хотели. Как тебе не стыдно, говорю, живой человек не веришь, какой-то полупереводник веришь. Гнать тебе надо отсюда. Она говорит, не пугай, у меня дети такие, как ты. Бросил монеты, иди. Нет, уважаемый, не пойду. Пешком пошел. Думаешь, мне 5 копеек жалко, да? Мне принцип жалко. Зачем такой автомат, который с первой встречной делит инвалид второй группы? Иду дальше по городу, душно, жарко, горло пересохло, смотрю, автомат стоят газированный, вода продают. 3 копейки на него бросаешь, он гудит. Пена с него идет, как с бешеной собакой. Я стою, смотрю, мне интересно, как люди по этой пене могут понять, какой вода апельсиновый, какой мандариновый. Раньше, когда продавец стоял, его хоть за горло взять можно? А полупереводник за горло не возьмешь. Я хитрый. Буду, думаю, пить чистую воду, без сиропа. Бросил копейку, ничего. Еще копейку бросил, ничего. Граждане товарищи, говорят, что за автомат? Деньги глотает, вода не выдавает. А мне говорят, а ты как думал, автомат тоже жить хочет. Ну, не возмути тут, что скажи, а? Иду дальше, захожу в телефон-автомат, набираю номер вокзала, спрашиваю, девушка, скажи, пожалуйста, когда мой поезд на Душанбе? Она мне вежливо отвечает, и ждите ответа. Я говорю, хорошо, подожду. Она говорит, и ждите ответа. Я говорю, я жду, жду. Она говорит, и ждите ответа. Я говорю, слушай, чего ждать, такой маленький вопрос, может, сразу ответишь. И ждите ответа. Я говорю, слушай, может, я не вовремя позвонил? Может, тебе настроение плохое? С мужем поцапался? И ждите ответа. Я говорю, слушай, ты, наверное, с ума спрыгнул. Тебе лечить надо. И ждите ответа. Я говорю, девушка, девушка, сукин ты сын. Тут постепенно народ собирался надо мной. Смеяться начали. Это, говорит, с тобой автомат говорит. Ай, ай, шайта! Неужели сюда автомат пробрался, а? Хотел спросить, друг трубка что-то щелкнул. Другой женский голос говорит, слушай, вас, что вы хотите? Девушка говорит, ты мне только одно скажи, ты настоящая девушка или нет? Она говорит, какое твое собачье дело? О, думаю, наконец-то живая! Автомат такие слова жизни не догадается. Девушка, говорю, когда мой поезд на Душанбе? Милый, говорит, 10 минут как ушел. Ждите до завтра. Вышел на улицу и думаю, если человек человеку друг, автомат человеку должен быть хотя бы приятный.